замены лампы в фонаре дополнительного сигнала торможения необходимо открыть дверь заднюю. Открываем заднюю дверь. Крестообразной отверткой отворачиваем два самореза крепления кожуха. Отделяем кожух от корпуса. Так как в корпусе кожуха есть два фиксатора, аккуратно между корпусом и кожухом вставляя либо плоскую отвертку, либо что-то плоское, и нажимая на вот эту вот часть корпуса, и здесь, мы снимаем с фиксатора, который находится раз и два. Нажимаем на лампочку вниз и отворачиваем ее против часовой стрелки. Чтобы добраться до пылесборника, необходимо снять обивку задней двери. Снимаем обшивку. С пластины крепления кожуха мы откручиваем три винта. Достаем из пластины крепежной наш плафон. Здесь у нас резиновые губки. Одна, вторая. Вытираем накопленную пыль. Купили комплект новых лампочек. Обозначение у них идет P21V12V21W. Если смотреть на цоколь, вот оно обозначение P21V. Лампочка у нас с одной нитью. Вставляем в плафон новую лампочку. И по часовой стрелке защелкиваем. У нее есть специальные усики. Вот они зашли в свои разъемы. Прежде чем устанавливать плафон на место, необходимо проверить ее работоспособность. Лампочка у нас рабочая. Плафон устанавливаем на место. Заводим назад плафон. Заворачиваем наши винты. Одели назад обивку задней двери, позащелкивали пистоны. Одеваем назад плафон. Закручиваем назад саморезы. Еще раз проверяем стоп-сигнал.